Ульт, Ульты. Это шок просто, это шок. Как же идеально сыграли. И Пасхал здесь тоже напустят, говорят, нет, напустили. Слушай, мне кажется, что я удар в челюсть уже проигрываю потихонечку. Я смотрю, у меня отпуск 3 недели, Дим, я вообще хотел в Москву еще приехать. Я понял тебя, потом это обсудим. Кстати, кто сделал великий бой правильно? Наша любимая Пони. Это невозможный урон, а как это переживать просто? Ты не можешь увидеть ее никак, и не можешь игнорировать. Смотри, сейчас что... Хоббит просто пойдет скакал еще рубить. Ой, Пасхал хочется стиле драка, потому что это единственный шанс выиграть игру. Что? Это... Он вселяется в Хоббит, он сделал живую идею, его убьет. Это его скакал. Он еще случайно чуть не убил по вражеской команде. Возможно. Не, мы никого не сбрасываем, мы за достойную хорошую игру. И Фулка до 10-й команда, которая может ее показать. Врывается в год АПВ, но поздно, ребят, вышки нету, кажется, а зачем уже было инфектировать? Икса, Нокс умрет, Игорь умрет сейчас тоже, Кумыси подает контроль. Два все делают великолепно. На каком количестве ХП выживает Ника скакал? Да, это как ГВП. Он может не успеть банально, двор походит просто с глинка. Грызлись в год, а и здесь и поскакал с барьером! Ой-ой-ой-ой-ой! Своего года! Кингсис побежал за годом просто развенялся! Хороший выход! Отличная драка! И будет ли скакал еще кого-то цеплять? Сейчас будет от Стафика, может быть баночка ультует Стафик, но здесь окаменение в него! Экзист ультует по кисе, боже мой! Накрутка, и Экзист почти умирает! Господи, как же они дамажат, просто еще и Роден умирает. Отличная драка, это двойной удар для Ипоскакала. Как же они расконтролили, просто вот это называется сыграть на доверии. Боже, что делает Ипоскакал? Он реабилитировался, кажется, полностью. Я пойду протирать, пойду икону с Алексеем сейчас.